Сейчас находимся в галерее Хасанат. Вот встретили Сырыма. И вот понравилась работа. Коротко расскажи, Сырым, что изображено на этом полотне, с чего сделано и так далее. Название композиции «Сак». Ага. Создал сюжетную композицию, объединив все артефакты, то есть найденные в ценных экспонатах сакской культуры. Средняя композиция отражает структуру мира, правое крыло олицетворяет наследие, поколение и обмен информацией. А левое крыло олицетворяет борьбу за добро. Понятно. А материал какой использован? По стандартным информациям. А если внедрить, изучать глубоко, тогда и весь сакская культура в этой композиции. Материал 15% добавлено золото, серебро и никель. Так. И бронза, да, наверное? И бронза добавлено. Специальная технология и внутренняя сторона бронзовые каркасы и полиуретан. Добавили полиуретан. Мы использовали новую технологию. Мы по тонким слоям покрыли драгоценными металлами. Все понятно. Спасибо, Сырым.